Добрый день. Да, мы уже обедаем. Смотрим Таню. И Сашу. Тихо. Все. Смотрим Таню и Сашу, кушаем. Ну, сейчас будем кушать. Ну, я уже ем. Ну, ты кушаешь, а я еще нет. Катя тут все разогрела, салатик. Вкусный. Да? Да. Ума? Ума спит. Всю ночь тут гасала с этими, игралась с гирляндами. И был такой звук, как будто она фольгой играется. И знаешь, я слышу этот звук, думаю, где она фольгу взяла? Мы фольгу не покупали, у нас дома фольги нету. Я встаю тихонечко, хочу подсмотреть. Она все услышала, стоит уже вот здесь посередине зала. Мяу, и выглядываю. Говорю, блин, Пума, тебя, блин, не обманешь. Нельзя обманывать Пуму. Угу. Давай кушать, я голодная. Я тоже. Всем приятного, ребят, аппетита, кто кушает. Спасибо, я сейчас буду кушать. Да ты мне пожелала. А ты мне пожелаешь аппетита? Конечно, ну уже поздно, ты уже все съела. Да неприятного аппетита. Спасибо. Все. Первый влог будет, где видно, вот как Катя кушает, все видео. Пошутил. Я тоже там... Завтра к нам придет в гости Ванина дядя и Ванины родители на ужин. И я думаю, что приготовить. У меня как бы есть идея, но я решила еще немножко посмотреть вот этой книги. Вот «Миллион меню». «Миллион меню. Самый легкий путь к сердцу». В общем, посмотрю здесь. Может, здесь какое-нибудь вкусное блюдо найду. Такое вот, чтобы было... Ах! Так, что б его приготовить-то? Я думала насчет пасты. Можно было бы сделать пасту какую-нибудь очень вкусную. Но с каким-нибудь соусом. Но потом подумала, макароны гостям. Не знаю. Как ты думаешь? Milky Way. Ваня чай заварил. И Milky Way мне дал. Не знаю, я думаю сделать в рукаве мясо. Со специями, а на гарнир картошку. Может, рис сделать на гарнир? Слушай, можно рис сделать с зеленью. Вот тут он с горошком. Можно всякими овощами сделать рис. Слушай, точно, это гений. Угу. Сейчас я загляну в холодильник, что у нас есть. Значит так, рис можно сделать с... У нас есть спаржа. Макаронами. У нас есть спаржа. Есть петрушка. Можно протушить морковку с луком. И потом со спаржей. И перемешать с луком. У нас есть болгарский перец. Точно, ты гений. Еще оливочки можно добавить. Ладно, все. Идеально. Вот, кстати, мы просто посмотрели на вот эту вот картинку. Тут рис идет с мясом и с рыбой. За это паэлья. А ну-ка. Прикинь, это рецепт паэльи. На 6 порций. Рис, рыба, вода, курица, мякоть телятины, свинина, кость. А мои продукты где? Это, наверное, не морская паэлья. Это просто с курицей? Нет, это не с курицей. Тут рыба. Телятина, свинина, курица, лук-порей, помидоры, курица. Да, курица, лук-порей, помидоры, зелень, зеленый горошек, масло растительное, лимонный сок, перец черный молотый, соль. Но вообще-то одна из видов паэльи. Вообще паэлья именно у нас здесь в Барселоне. Самая популярная паэлья, это все-таки с морепродуктами. Она идет с креветками, с кальмарами, с... Она очень вкусная, да. Вот. Но мы в Валенсии кушали не морскую. Там был кролик. Угу. Мясо кролика, еще какое-то мясо было. И бобы были. В общем, ну такая вот. Такая, конечно, абсолютно другая паэлья, нежели в этом... Здесь, в Барселоне. Так, мой чай, наверное, уже остывает. Ну, шикарно. Придумали, что мы будем готовить завтра. Салатик. Я еще хочу посмотреть, какой салатик. Просто овощной.
Может, какой-то другой сделать салатик? Такой какой-нибудь, не знаю. Без овощей. Салатик без овощей? Угу. В основном, да, все салатики с овощами. Ну, ты же говоришь, не овощной. Может, я говорю, без овощей? Без овощей. Пумочка. Пумочка спит. Дремает. Девочка. Аня пытается полежать с Пумой, но она ни в какую этого делать, ну, вообще не хочет. Да, Пуська? Не, ну, скажи. Так лежит. Скажи, ну, ладно, так. Ты её ногами зажимаешь. А я сижу, у меня задания сделаны, в книге сделаны, мы в книжке задания делаем, и она, учитель, сказала все переписать на листочек и ей сдать. Так что я вот сижу, копирую с книги в... На бумагу, в общем, чтобы лежит. Сегодня сдать. Лежит? Почти. Почти лежит? А ты чухай. Она вот ей нравится. Если я руки сейчас оторву, то она убежит. Ты чухай, как будто это я ее третьей рукой. У нее морда недовольна. Недовольна, она так не любит. Так не... Правильно ты ей, блин, все лапы распластала? Если я сейчас оторву, она же сразу меня... Видишь? Почему кошки такие? Кошмар. С Ваней уже собираемся, потому что ему сегодня университет нужно. Мне на учебу, он сейчас меня подвезет. Пумочка укладывается поудобнее. Да, моя сладенька? Будешь спать, мы приедем через пару часиков. Ну, Ваня, через пару, да, часиков приедешь? А я через 5 часов аж. Вечером уже поздно буду. Моя красавица. Ладно, все. Спи, любимая. Так, ключи я взяла, на кухне порядок, так, Пуме нужно насыпать еды. Надо воду перелить в этот, графин. Да, перелей, сразу 2 бутылки выкинем, да что ж я не могу открыть пакет. Вот, открыла. Так, кто там проснулся? Пума? И еду, потому что видно дно. Не будет, все. Закрываем пакет. Ну да. Привидение то. Привидение проснуться. Ну да. Так, все. Берем мы кто-то тоже. Ключи, телефоны, камеры, двери, балкон, окна. Закрытым. Все, Пусянечка. До вечера. О, красавица моя. Поехали. Поехали. Так, все, Ваня пошел выносить мусор. Оказывается, на улице тепло. Ветерочек, правда, дует, но солнышко очень-очень хорошо греет. Сегодня отличненькая погода. Ой. В машине даже жарко. И светит солнце. Ой-ой-ой. Так, все. Ку-ку, я дома, я варю бульон. Завтра у нас будет супчик. А еще я, знаете, что делаю? Правильно, я выпекаю кексики в очередной раз. Я купила новые формочки в виде чашечки, как видите. И вот такие вот формочки обычные. В общем, ой, ударилась. В общем, кексы будут у меня шоколадно-клубничные. Да, у меня, я купила специальные капельки шоколадные для выпечки. И у меня оставалась клубника, она начала пропадать. И я ее порезала и тоже добавила в тесто. Вот, так что вот такие вот делишки. Смотрю Сашу Таню в сегодняшней серии. Ваня занимается, типа... Вот, а это тарелочки от чашечек, они пластиковые. Вот. И кремом у нас будет шоколадная паста. Сейчас нужно достать шприц. Вот он, мой кондитерский шприц. Так, кто-то позвонил. А, по скайпу кто-то звонит. Знаете что? Я делала их. Вот что значит, кто делает, кто упорно, у того всегда все получается, что я все доделала свои кексы, и они получились. Да. Парам!
Вот такие вот кексики. Супер, я подошел, в обморок упал наш. Вот такие вот они у меня красивенькие. Да, ладно, и вот, и вот эти вот в чашечках. Чашечку. Чашечки так вот, такой вот. Классно, Зай? Классно. Ты не хотел их покупать. Что, кексики? Нет, эти подставочки. Вот такой вот кексик красивенький. Всю жизнь не Что, стал. Все? Будем Что пить будет? Чай? Конечно, будем пить чай. Какая красотища. Они получилось. С фруктами, правильно? Они внутри с капельками шоколада и с клубникой. Клубниками и бананами. Нет, бананов. Они просто Давай клубничка. Чай делать. Так делай. Ты помыла чайник? Да. Будем пробовать новую воду? Да. Какую будем пробовать? Ты что, уже на столе половину выбелила? Ну, я же варю бульон. Надо Супчик было с крана набрать. Там такая вкусная водичка. Ну м-м-м. Да, с крана. С крана просто шикарная водичка. Такой чайник. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.